Итак, у нас сегодня 30 августа. Едем за шнурками. Да, мы едем за шнурками. Может быть, в этот раз будет удачнее, да? Ну, посмотрим. Вот как получится, так и будет. Ну, да. А мы уже в дороге за шнурками, да? А? В дороге за шнурками. Да. Мы последний раз были еще в начале июля, когда только скидки начинались. Прибыли? Нет. Да, прибыли. Сейчас посмотрим, что осталось из распродаж. Ну и новую коллекцию уже наверняка завезли. Бенетоне, как всегда, дорого. Там что скидки, что новая коллекция, все очень дорого. Ну, кстати, ну, открываются магазины. Вот как в Польше, сейчас уже потихоньку и к нам они приходят. Ой, о, даже с обновкой. Да, с обновкой. Арт-объект. Сюда мы будем теперь идти. Не, мы идем вон. Вершку. Не знаю, мне Бершка не понравилась. Как тебе? Тоже не понравилось? Мне кажется, во-первых, и цены стали дороже, чем раньше. Да, раньше. Ну и коллекция снова а-ля 80-е. Да. Ну такое. А, какая рубашка клетка? Сколько она стоит? 1799. Я такую рубашку покупала на Алиэкспрессе за 300 гривен. 1700. Да, новая коллекция. 899. Сколько они стоят здесь? 600 гривен. Я их брала за 50, по-моему, и то меньше. Понятно. Да, дубленка, как у меня, похожая очень. Сколько такая? Ну, вон, верхняя одежда 1599. Да, да, типа такого что-то. Угу. Ну, только вот сменечки немножко. Ну, хотя бы зайдем за хлебом, чтобы не уезжать с пустыми руками. Даже шнурки не купили. Да, вот так-то.